Сегодня мы хотели бы поговорить о вопросах, которые поступили буквально за 24 часа с нашего сайта usa-visa.com и с нашей группы Facebook. Вопрос, связанный с шансами. Каковы мои шансы на получение визы? Ну, вот смотрите, шансы. Да, допустим, вам от 17 до 25 лет. Или, допустим, ваш возраст 25 до 35 лет. Или вам 35 и более. Каждая возрастная группа имеет определенный шанс. Наша задача сделать так, чтобы ваши шансы были повышены. То есть мы повышаем ваши шансы. Как это происходит? Мы даем своим клиентам конкретные задания, которые они выполняют. Да, это реально сделать всем. Да, придется поработать командно. На что как бы и... На что мы как бы ссылаемся всегда, что мы работаем в команде с клиентом. Вот. Если вам 17-25 лет, и мы видим, что ваши шансы, допустим, не 100%, а 99%, мы начинаем усиливать ваш кейс. Мы подбираем вам такую категорию визы, которая повышает ваши шансы. Вот. Например, если ваш возраст 25 лет до 35 лет, у нас есть специальные программы, по которым вы можете поехать в Соединенные Штаты, и которые также повысят ваши шансы. Или, например, вам 35 и более. Могу даже вам сказать, что у нас были клиенты, которым уже больше 60 лет, и по статистике, и по причинности отказа они попадают в зону риска. И тем не менее, нам удается сделать так, чтобы они получали американскую визу. То есть наша задача, задача нашей компании – работать командно, и повышать ваши шансы с использованием критерий, которые предлагает нам американское законодательство, связанное с той или иной категорией визы. Подписывайтесь на наш канал, ждем вас в нашем офисе, смотрите наше видео. Всем всего доброго, пока!